Саратовцы, похоже, прислушались к призывам самоизолироваться. Сегодня на улицах в разы меньше людей. Остановки общественного транспорта практически пусты. Да и сами перевозчики работают в усеченном режиме. Предмостовая площадь, конечная нескольких маршрутов. Признаки жизни подает 95-й, только вот пассажиров нет. 93-ю, что через весь город едет в район областной больницы, пришлось ждать целых полчаса. Раньше сколько было? Раньше от 10 до 18 ходили. Какой интервал, не знаете сейчас? Ну что, сейчас я вроде только одного видел, а насчет 30 даже не знаю. Я то, что просил, ломался. Может, сломался. Телефон-то не берет. А людей много ездит или меньше? Туда 8. И оттуда 8-9. Это сейчас вот только я что-то не набрал, на человек 15 я привез. Первый раз вот так. Сокращение числа пассажиров – проблема для всех перевозчиков. Музейная площадь. За 40 минут съемок отсюда уехали 3 человека. Все на 11-м, самом здесь востребованном. 36, 46, 20, 25, 20, 25. А интервал какой сейчас? Не знаете? 7-8 минут. А сколько сейчас за круг? То есть не считали? Может, человек 20-30. На других маршрутах положение еще хуже. Сколько у вас? 6. Сколько? 6. 6, да, было. 10. А людей вообще много есть? Нет, 3 людей. Людей меньше, конечно, нужно. Что спрашивать? Конечно, нет людей. Так катаемся. Просто так получается? Ну, 2-3 человека привезем. Да. За круг? Можно, за круг. Можно вообще поспортить. О том, что перевозчикам невыгодно возить воздух, вчера на брифинге говорил глава правительства, вице-губернатор Александр Стрелюхин. В рабочем режиме мы рассматриваем все вопросы по пассажиропотоку. Видим на сегодняшний день, это и вы тоже видите, что он на сегодня снизился на 60%. Поэтому возить сегодня, гонять воздух, на это никакой необходимости нет. Часть перевозчиков по-своему выходит из положения. Не только сокращают число машин на линиях, но и меняют автобусы большой вместимости на маршрутке. Вот Энгельс, 284К. А это еще один из Покровска, 246. Не отстают и саратовцы, по 90-му пустили маршрутки. Как в этих условиях соблюдать предписание 1,5 метра социальной дистанции? Вопрос к чиновникам и Роспотребнадзору. Даже в больших автобусах это весьма проблематично, про маршрутки промолчим. Ну и кто же разрешил перевозчикам закрыть глаза на условия конкурса, по которому они и выиграли право на перевозку пассажиров? Надеемся на скорое разъяснение.